Чао. Интересно, Феррари когда-нибудь начнет выпускать мотороллеры? Вокруг я уже не буду пытаться объехать все эти корпуса заводов. Это слишком долго будет и неинтересно, скорее всего. Окей, сейчас поедем на музей. А вон, пожалуйста, работник Феррари. На вот таком транспорте даже. Ну а что? Тоже мобильный транспорт. Интересно, есть ли работник Феррари на моноколесе? Наверное, нет. Если бы я стал работником Феррари, я бы, наверное, был единственным моноколесником.